Привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить опять об отношениях с вами. И на этот раз, что разделяет двух людей? Вернее, даже какая составляющая должна совпасть, чтобы в паре было все хорошо. Что вы думаете, это такое? Это время. Объясню. То есть одному человеку нужно больше времени для построения отношений, а другому гораздо меньше. И если это не совпадает, то ни о каких отношениях не может быть речи. Допустим, если девушка хочет быстрее создать семью, да, ей нужно меньше времени. Но не обязательно девушка, может быть мужчина. Обычно это кто больше, ну, почему-то у меня напрашивается слово «запал», да, кто больше увлечен человеком, то ему требуется меньше времени. Ну, может быть, просто быстрый человек, да, хочется все быстрее, быстрее. А другому человеку он медленно разгоняется по жизни, и ему нужно на все больше времени. И, скорее всего, даже это не то, что кто больше влюбился, а как раз для людей, кто медленно разгоняется по жизни, то для них нужно больше времени. Больше времени на принятие решения. Им нравится, когда другие люди за них принимают решения. Им нужно гораздо больше времени. И если у такого человека партнер быстрый, то начинается конфликт интересов. Когда конфликт интересов начался, то если другой человек вами увлечен, кому нужно больше времени, может быть, он пойдет вам навстречу, но ему будет очень-очень тяжело, и, наверное, все-таки это приведет к расставанию. Это очень-очень важная часть. Это время. Время на принятие решения. Наверное, я вам все рассказала. Время у нас рулит всем, да? Молодостью, красотой, здоровьем и также отношениями. Всем спасибо. Пока. Ищите себе половинку, с кем у вас совпадет время одинаковое, чтобы было на принятие решения. Пока-пока.